Всем привет, ребята! И мы сегодня будем праздновать день рождения нашего кролика. Кроличий день рождения. Ему исполнится 1 годик. У нас вот такой торт для него, для кроликов. Как нашего кролика зовут, Дарина? Милаш, который уже хочет вылезти. Который уже хочет праздновать. Он уже так ждет этого праздника. Сегодня ему ровно 1 годик. 1 годик. И мы приготовили ему вот такой тортик. Милаш, ты сейчас пойдешь, не переживай. Ты испугался? И был шарик. Милашик, иди сюда. Иди сюда. Иди, вот еще шарики есть. Милашик хочет поиграть в шарик. Давай, играй. Как ему нравится. Как много шариков, как мне интересно. Куда ты? Ну, поиграй в шарики чуть-чуть. В общем, Милаш очень доволен, что у него сегодня день рождения. Какие у тебя шарики. О. Интересно. Дарина распакует подарок тебе, Милаш. Ему тут тоже понравился шарик. Сейчас Дарина тебе его распакует. Какой красивый подарок. Ну, интересно, шары. Мне интересно ваши игры. Ты не понравился? Подарок не понравился? Шарики интереснее. Какой? Какой у тебя подарок? Мне Ник разбушевался. Не надо мне ваша шапка. Милаш, ты разбушевался. Ну, давай. Раз, два, три. Вау! Ура, Милаш! Смотри, что, сколько таких штучек тебе красивых. Вот есть. Как ему нравится. Есть их не надо. Есть тебе будет вкусняшка. Хватит кушать. Ой, кроличка, ну что, ты вкусняшку видишь? Будешь вкусняшку кушать? Тут конфетти попало. Кроля, ты не хочешь? Кроля, ты будешь вкусняшку кушать? Да, да. Решил играться. Вот ему не понравилось. Кроля. Милаш, смотри, какой у тебя тортик. Не пугайся, маленький. Давай, съешь хоть кусочек. Смотри, какой у тебя красивый торт. Милаш наш отказывается кушать наш тортик. Тортик он спрятался, испугался. Милаш, и кушает он ленточки. Смотри, какой у тебя тортик. Ты испугался тортика?
Тебе такую вкусняшечку дают, милаша. Смотри, какой тортик. Ты видишь, какой у тебя красота какая? Давай, попробуй. Попробуй свой тортик. Тебе понравилось? Милаш все-таки решил попробовать. Смотри, как вкусненько все. Правда? Молодец, умничка. Ты попробовал тортик. Все-таки вот проволочка-то, вот ленточка-то вкуснее. Ну, ты будешь кушать? Давай единичку покушай. Вот такой у нас праздник получился. Ну вот что ты делаешь? Все, мы разлеглись возле тортика и лежим. Празднуем день рождения. Тебе мешает вот эта штучка. Давай мы ее заберем. Это интереснее даже. Да? Вот я хочу ее перекусить и не могу. Предлагает по-всякому. Лаш, все, интересно играть. Все? Ой! Полина. Он меня укусил. Чтоб ты подвинулась. Празднуй сама свой день рождения. Что, назад придет? Уснул. Вот такой у нас день рождения сегодня получился. Тортик чуть-чуть поел, ему видно, больше не хочется. Мы его тут уговариваем, уговариваем, а он не хочет. Все. Дарина, кушай морковку ты. Кушай ты, морковка полезна для организма. С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! Ну, раз ты не хочешь кушать на кроватке, мы тебе принесли такую вкусняшу в твой домик. Ты что, обиделся, милаш? Что тебе не понравилось? Торт уже в разобранном состоянии, но так вкуснее. Да, кушай тортик, кушай. Понравился тебе день рождения, милашик? Кушунька, тебе понравится. Кто ж так кушает свой торт? Ногами в тортик.